Всем привет! С вами, как всегда, Илья. Сегодня в выпуске. Что произошло с пригласительными сертификатами? Как добиться ответа от службы техподдержки? Как найти лучшие украшения на витринах магазинов B2B Jewelry? Крайний раз мы с вами встречались еще в прошлом году. Сегодня первый в 2020 году выпуск новостей B2B Jewelry. Праздники закончились, а это значит, что пора приступать к работе. Кстати, как вы боретесь с постновогодним синдромом? Ну, это знаете, когда не хочется вставать с дивана. Пишите в комментариях. Я думаю, всем нам, включая меня, будет интересно почитать. Ну что ж, перейдем к новостям. Важная информация по пригласительным сертификатам. Изначально они были придуманы для того, чтобы познакомить потенциальных партнеров с проектом B2B Jewelry. Но, к сожалению, многие нашли возможность регистрировать фейковые аккаунты с целью получения личной выгоды. К сожалению, более 70% операций по пригласительным сертификатам были использованы некорректно. Поэтому компания была вынуждена пересмотреть политику по этому вопросу. Но основная функция – показать, как работают выплаты – осталась неизменной. Начиная с нового года, выплаты по пригласительным сертификатам были аннулированы для всех. В силу вступают новые правила. Срок выплаты по пригласительному сертификату 4 недели. То есть, если человек, получивший от вас пригласительный сертификат, совершит покупку в течение года, он получит 4 бонусных платежа по 50 гривен. Если же человек, получивший от вас пригласительный сертификат, не совершит личную покупку в течение года, ваш сертификат будет аннулирован и к вам больше не вернется. Сейчас поговорим о том, что должно облегчить ваше взаимодействие с проектом. По вашим многочисленным просьбам мы расширили нашу техподдержку. Нашей задачей было сделать обратную связь более оперативной. И так как мы идем в ногу со временем, мы нашли современное решение – сделать ее в Telegram-канале. Теперь вы можете написать интересующий вас вопрос в группу «Ваши вопросы к B2B». Ссылку на нее я оставлю в описании к этому видео. Но прошу вас, прежде чем писать, посетите страницу «Частые вопросы» на нашем сайте. Возможно, ответ вы найдете там. И обязательно ознакомьтесь с правилами группы, тогда все ваши вопросы будут корректно обработаны. Установить Telegram очень просто. Для этого скачайте приложение из App Store, если у вас iPhone, или из Play Market, если у вас Android. Введите ваш номер телефона и код подтверждения. В поле поиска введите запрос «Ваши вопросы к B2B» или просто перейдите по ссылке из описания. Вот так все очень просто. Пользуйтесь с удовольствием. Год только начался, а мы уже успели открыть 3 ювелирных салона в таких городах Украины, как Бровары, Днепр, Каменец-Подольский. Будем рады вас видеть в наших ювелирных салонах. И напоследок. Новогодние праздники, как известно, уже позади, но впереди нас ждет еще немало поводов порадовать своих вторых половинок. Да-да, друзья, я сейчас о 14 февраля. И хотя до праздника влюбленных еще целый месяц, но готовиться к нему уже стоит начать. Сейчас в тренде минимализм, изделия с камнями Сваровски и эмаль в сочетании с драгоценными металлами. В наших ювелирных салонах идет постоянное обновление украшений. Мы всегда стараемся радовать наших покупателей трендовыми новинками на любой вкус и бюджет. Лайфхак от меня. Не откладывайте поход в магазин на последний момент. Начните присматриваться заранее. Тогда вы найдете на витрине самые лучшие новинки. А если вам что-то приглянулось, советую не тянуть, поскольку лучшие модели разбирают сразу. Не благодарите. На этом пока все. С вами был Илья. Мы желаем вам успешного и счастливого 2020 года. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на канал и живите в достатке.